Вот такая вот жесть у нас сейчас творится. Обратите внимание, что происходит на улице. Такое чувство, что это торнадо, друзья мои. Обратите внимание, как все крутит. Это реально торнадо, друзья. Жесть. Обратите внимание, как люди бегут. Это реальный торнадо, народ. Кошмар. Вот это да! Никогда такого не видел. Действительно, такое чувство, что где-то рядом торнадо. И это вот все это его последствия. Посмотрите на скорость ветра. Капец. Я в шоке, конечно. Если сейчас начнут машины пролетать мимо, я не удивлюсь. Во что превратилось уже? Вот перед нами эта поликлиника наша. И я, конечно, в шоке. Жесть какая-то. В такие моменты понимаешь, как хорошо дома. Ну, вроде успокоилась или... Вот во что превратилась улица. Буквально за пару минут. Ладно, все.